Сейчас на 30 гектарах у Султанбека Бакирова произрастает 140 тысяч тутовых деревьев. Саженцы шелковицы он привез из Гуанчжоу, но они в нашем климате не прижились. Тогда предприниматель решил скрестить китайские саженцы с тутовыми деревьями из Манкента. Теперь он рассчитывает на доход в 1 000 000 тенге с каждой сотки. Каждый саженец даст до 8 килограмм листьев. По нашим подсчетам, со всех деревьев мы соберем 50 тонн листвы. Листья тутовника являются кормом для тутового шелкопряда, из коконов которого получается шелк. Один шелкопряд может производить до 20 метров шелковой нити. Многомиллионное оборудование по производству шелковых тканей фермеру не по карману. Но Султанбек Бакиров планирует приобрести его в скором времени. В целом, он находит шелкопрядение весьма выгодным предприятием, особенно для семейного бизнеса. В хозяйстве уже трудятся 60 человек. До 2020 года Султанбек Бакиров намерен трудоустроить еще около 100 человек.